Я знал, что он был доктором в генетике, занимался исследовательской деятельностью. Энди был нашим другом, он приехал из Новой Зеландии в начале войны, в марте. И он начал заниматься доставкой гуманитарки, потом постепенно с, по-моему, конца мая эвакуациями. На этой фоне мы и познакомились на Донбассе где-то в июне-июле. Мы занимались эвакуацией Северска, я помню, один из первых разов, когда мы ездили вместе. Энди был очень тихим человеком, который просто хотел помогать людям тут. Он чувствовал, что это его миссия, это то, что он должен делать. Поэтому, и когда его семья спрашивала, когда ты уже приедешь, он всегда говорил, когда все закончится. Планировал быть тут, а теперь он не тут. Таких волонтеров, наверное, уже нет и не будет. Он полностью отдавался делу, и у него не было соцсетей. То, что он делал, 99% как бы этого никто не видел. Ну, более патриотичных иностранцев трудно, наверное, найти. Ну, знаешь, что его убили в Солідарі во время эвакуации? Вони тихі лицарі, які роблять свою справу і заради порятунку життя українців віддають своє життя. Я прийшла просто висловити свою подяку їм за це. Всім волонтерам. На жаль, про волонтерів зараз не так багато говорять. Всі дякують ЗСУ, це беззаперечно, і це так треба. Але волонтерський рух, він дуже міцний і багато. Ребята роблять, хлопці, дівчата, жінки літнього віку, так? Всі зараз навколо цієї нашої трагедії об'єдналися заради нас з вами.